Здравствуйте, здравствуйте и слава Богу! Знаете, как здорово знать, что Бог любит нас. Но что интересно, мы на земле, а Бог вездесущий, но штаб Его на небе. И вы понимаете, что Бог желает ходить с нами здесь на земле. На земле у Него есть ты и я. Чтобы то, что на небе, было здесь на земле, надо, чтобы Он имел дело с нами и с нами ходил на земле. Мы не исполним свое предназначение, кроме когда Бог с нами шагает здесь на земле. Наша вера – это единственное то, чем мы можем быть соединены с Богом, чтобы эффективно и дружно ходить с Ним на земле. Эта проповедь важна настолько, что я прямо сейчас предлагаю вам спокойно сесть, открывать уши и послушайте. Вы получите откровение от Господа. Сегодняшняя проповедь моя называется «Хождение с Богом на земле». Хождение с Богом на земле. Я хотел, чтобы мы поняли, что Бог желает сопровождать нас на этой земле. Бог желает, чтобы Он с нами ходил, но заметите, Библия говорит, приблизитесь ко мне, и я приближусь к вам. Бог хотел бы со всеми нами провожать нас по жизни, но не всегда мы Ему позволяем это делать. Что такое хождение с Богом на земле? Это хождение, которое Бог провожает своим присутствием, своим содействием и своей благосклонностью. Библия говорит в книге Бытие, 5 глава, 22 по 20 и 24 стих. «И ходил Енох перед Богом». Вот. «И по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей». 24 стих. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Енох, я бы сказал, конечно же, Бог приходил к Адаму и Еве в Едемском саду, но почему-то Библия как будто первая такой четко выражена, кто так ходил перед Богом, это Енох. И вопрос возникает, а почему Енох ходил с Богом? И об этом пишется к евреям 11 глава о нем, 5 стихе, Библия говорит, верою Енох переселен был, так что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Так, почему же он ходил с Богом? Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Если соединять эти два места Писания, вывод простой. Енох ходил перед Богом. Почему? Было свидетельство о том, что Енох угодил Богу. Что такое свидетельство? Это означает, это не одноразовое явление было, это был его образ жизни. Какой был образ жизни у Еноха? Угодить Богу. И получается, Бог начал сопровождать Еноха по жизни, потому что тот угодил Богу. Вот мы читаем Библию, мы встречаем таких людей, как Адам, Авраам. Но Авраам интересен, он тоже ходил с Богом. Но сегодня из всех людей, которые находятся в Библии, я сегодня решил, чтобы мы с вами посмотрели жизни одного человека. Перед тем, как я вам покажу про этого человека, я хочу, чтобы вы заметили, хождение с Богом – это решение. Все начинается с решения. Многие люди думают, что Бог должен делать каким-то образом на меня повлиять до тех пор, пока мои эмоции настолько в согласии с Богом, только тогда начинаю ходить с Ним. Нет. Хождение с Богом начинается с решения. Решения, которые принимаются на основании Священного Писания,
они решения, которые приближают нас к Богу. И я вот сегодня решил как пример для сегодняшней нашей проповеди, решил использовать человек по имени Ной. Потому что Ной тоже ходил и перед Богом, и с Богом. Почему я выбрал Ной? А потому что через Ноя человечеству было дано второй шанс. Наверное, вы в курсе, что было время, когда Бог решил уничтожить человечество, как мы себя сейчас знаем. И Библия говорит о Ное, Бытие, 6 глава, с 6 стиха. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц, небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Но Ной же обрел благодать перед очами Господа. 13 стих. «И сказал Бог Ной, конец всякой плоти пришел перед лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их из земли». 14 стих. «Сделай себе ковчег из дерева». Вот он ему рассказывал, какой ковчег нужно сделать. 18 стих. Написано, «Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег все животных от всякой плоти». И, короче, Бог сказал ему, что он должен был делать. 21 стих. «Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе». Бог позаботился о пище. И вот 22 стих. Написано, «И сделал Ной все, как повелел ему Бог». Когда смерть должна была уничтожить всю землю и всех человеков, из-за того, что Ной ходил перед Богом, смерть не могла его уничтожить. И Бог решил, нет, но я не должен умереть со всеми, потому что Ной ходил перед ним. Именно хождение перед Богом в жизни Ноя сделало, чтобы Бог нашел, через кого дать человечеству еще один шанс. Говорится к евреям, 11 глава, 7 стих о Ное. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Давайте мы с вами посмотрим, что же Ной такой сделал, потому что мы-то хотим тоже ходить с Богом. Поэтому нам важно понять, что сделал Ной, чтобы эффективно ходить перед Богом. Самое первое, он ходил перед Богом из-за его отношения к Богу. Для Ноя, исходя из того, что мы читали, Бог был абсолютом во всем. Это означает, что Божие Слово, Божия воля, Божие то, что как надо было жить, если Бог так сказал, для Ноя это абсолют. Поэтому часто люди, как одна женщина сказала, «Пастор Генри, я боюсь спросить у Бога, выйти замуж за этого парня или нет?» Я сказал, «Почему?» «А вдруг он скажет нет?» Я сказал, «Если он скажет нет, то благодари его, потому что он видит побои, которые тебя ждут в будущем и пытается тебя избавить». Вы не представляете, насколько люди бывают упрямы. Что-то захотелось. Бог, пастор, ангели – вообще ноль. Потому что почему-то люди вместо Бога ставят свои эмоции, свои желания больше, чем Бог. Я говорю, конечно, человек на это имеет право. Но когда приходят позже в жизни негативные последствия, не обвини Бога, не обвини церковь, ни пастора, никого, сам кушай свою кашу. Бог ожидает, чтобы мы доверяли Ему.
в решение наших вопросов, в образ жизни и в исполнение Его задачи. Если Бог, вот я помню много лет тому назад, когда Бог меня попросил начинать церковь Победа, для меня сначала это было так смешно и такое, как сказка. Просто я подумал, ну, это ничего общего с Богом не имеет. Как это открывать церковь Победа в Киеве, сердце Украины, африканец, томный из Африки? Это из мира фантастика. Такого быть не имеет вообще ни места. Я даже боялся кому-нибудь об этом сказать, потому что я думаю, я кому-то скажу, будут смеяться целую неделю. А когда Бог меня убедил, я начал церковь больше, исходя из того, раз ты сказал, я сделаю, чтобы доказать, что не работает. И вот сколько лет никак не могу доказывать, что это не работает. И вы начали каяться. Я смотрю на вас, думаю, чего вы каетесь? Это же невозможно. Проповедую, со слезами люди бегут к Богу. Я говорю, как это? Бог, ты имеешь в виду? И вот потом пришлось мне покаяться перед Богом, что я не был как Ной. Для меня не его слово было абсолют, а мое мнение, мой опыт жизни, что я пережил на улицах, это стало моим абсолютом. И когда Бог говорил, я начал оценивать Слово Божие, исходя из моего опыта. И я чуть не пропустил Господа Бога из-за этого. И я так рад, что Он дал мне еще один шанс. И слава Богу за это. Написано в Матфея 22 глава 37 стих. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. А вторая, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедей утверждается весь закон и пророки. Мы не можем успешно ходить с Богом, если мы не любим других людей. Отношение к другим людям должно быть правильно, иначе не получится дружить с Богом. Я вот, когда я был в Египте недавно, познакомился с этим священником, коптик православный. Но этот коптик священник, он покаялся, принял Господа Иисуса Христа, он верующий, настоящий, но он священник. Но из-за этого его часто хотят снимать со священства, потому что его обвиняли, что он протестант. Говорят, ты никакой не православный, ты протестант. И вот. Но он построил здание огромное, на здание его 20 с чем-то, 25 тысяч мест. И заполняется по воскресеньям. Он сделал в скале, в пустыне. И в скале он это сделал. Ему итальянцы когда помогли, и поляки помогли. Короче, они вот высекли вот это здание. Я туда зашел прямо, 20 тысяч мест. А они заполняют его 3 или 4 раза за выходные дни. Вот. И он говорит... Пастор Генри, ты понимаешь, у нас настолько люди неверующие, как он говорит, что для того, чтобы остаться верующими, им нужно закрываться в пещерах далеко от людей. Потому что если видят людей, они потеряют свою праведность тут же. Но не так Бог планировал, что чтобы остаться праведным, нужно в пещерах прятаться. Вы понимаете? Нужно быть среди людей, как Ной, но при этом остаться праведным. Пастор, я хочу жить праведной жизни, хочу жить святой жизнью, только прячьте меня в лесу, где никого нет. Не-не-не. Иисус не имел в виду, что спасается, а потом прячется в лесу, чтобы остаться праведным. Иисус и его жизнь настолько сильна, что достаточно, чтобы ты жил, как Ной, среди развратного рода, и при этом же ходить с Богом. Кто-нибудь меня слышит или нет? Не надо убежать, не надо бросать работу. Нет, оставайся там, только будь светом там, где ты. И вот получается, что Ной правильное отношение к людям. Бог ожидает, чтобы мы правильно
относились к другим людям. Самое правильное отношение к нашему поколению, к нашим людям, к тем, кто вокруг нас, это передать им благую весть. Но и когда Бог ему сказал про того, что будет приходить к нему на земле, знаете, что Ной сделал? Он начал другим людям говорить. Смотрите, как написано об этом 2 Петра 2 глава 5 стих. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Что делал Ной? Проповедовал правду. Он не молчал. Он говорил. Он строил ковчег и говорил людям о грядущих бедствиях. Пастор Генри, я не могу никому говорить об Иисусе, я занят на работе. Но и был занят на работе тоже. Он строил самый первый ковчег, лайнеры всех времен и успевал проповедовать людям правду. Заметите, нам нужно всегда приносить добро, спасение, Слово Божие другим людям. Наивысшая доброта с нашей стороны – это приносить людям Слово Божие. Второе, что мы можем делать – простить и показать людям любовь. Скажите, прощать. Я вас не слышу. Когда касается вопрос прощения, многие люди почему-то не думают, что это важно. Библия говорит так. Если мы не прощаем, даже молитва «Отче наш», да? «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Заметите связь. Он нас прощает по мере того, как мы прощаем. Вот поэтому вопрос прощения – важный вопрос. Через прощение мы попали в христианство. Бог нас простил. И Бог ожидает, чтобы мы простили других людей. Вы не представляете, сколько людей пускает вред в свою жизнь из-за непрощения. Много болезней имеет начало в обидах, в непрощении. Научитесь простить и отпускать людей. Вера наша действует любовью. Как только мы перестаем показать людям любовь, наша вера перестает работать. Мы как церковь, это наша задача показать любовь нашему обществу, людям, которые нуждаются. Тогда наша вера эффективна. 1 Коринфянам 13 глава 4 по 8 стих Библия говорит, что такое любовь. Любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит и всего надеется, и все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднится. Заметите, любовь всегда остается. Нельзя сказать, что я люблю Бога, а при этом ненавижу своего брата или сестру. Когда я хожу с Богом, я должен также любить людей. 1 Иоанна 4 главы 19 по 21 стих Библия говорит так. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Кто говорит «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любишь и брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Ибо мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Никогда не живи в этой жизни, имея в сердце какое-то внутреннее неправильное отношение к кому-то. Вера твоя не сможет работать полноценно, если ты не будешь простить людей. Исправь
все отношения с Богом. Вхождение с Богом – это нужно ежедневно слушать Его голос через Его Слово Библию. Нужно общаться с Ним через молитву. Нужно помогать от Его имени другим людям. Нужно исполнять Его задания и поручения на этой земле. Нужно угодить Богу. Нужно радовать Его в мыслях, в словах и в поведении. Нужно жить, говорить, действовать так, чтобы окружающие увидели свет Божий и сказали: «Я хочу познать этого Господа Бога». Нужно передать людям Его силу, Его жизнь. Нужно, чтобы мы жили так, что Он захотел провожать нашу жизнь, содействовать, благословить во всем. Скажите аминь. Потому что хождение с Богом – это то, к чему Бог нас призвал. Слава Богу! Вот это ключ. Сила с Богом приходит от того, что мы ходим с Богом. Откровение от Бога от того, что мы ходим с Богом. Для того, чтобы было видно, что Бог с тобою, надо, чтобы ты с Ним ходил. Одно из признаков того, что Бог ходит с тобой, это когда Он начинает проявляться через тебя. Я всегда люблю, когда Бог касается меня или людей через меня. Я хочу, чтобы мы посмотрели на свидетельства людей, которых Бог исцелил, зная, что Он сделает то же самое с тобою в конце этой проповеди. Пастор Генри Мадава, старший пастор Церквей Победа, президент служения «Христос для всех городов». Дело жизни пастора Генри – помочь каждому желающему получить спасение через веру в Иисуса Христа и стать целостным для полноценной жизни в обществе. Поэтому служение «Христос для всех городов» ежегодно проводит фестивали Иисуса по всему миру, евангелизационные собрания с исцелением, где Бог спасает тысячи людей и творит много чудес, избавляя людей от тяжелых болезней, освобождая их и восстанавливая разрушенные жизни. На каждом служении в любой стране мира Бог являет свою силу. Что здесь? 4 месяца назад у Жанны был перелом левой руки, она не могла руку за спину заложить. Могу, а сейчас могу, это может. Абсолютно. У вас была перелома левой руки? Левой руки, да. А где вы поломали ее? Зима уже прошла вроде. Так это 4 месяца назад было. Мне операцию предлагали, у меня там со смещением было, и я отказалась от операции. Но я просто не могла ее завести назад, а сейчас завожу. И у меня онемение ног было, а сейчас вроде бы я начинаю чувствовать ноги. Слава Богу. Но у меня нервное окончание. Заметьте, мы не пропагандируем, что нужно отказаться от лечения. Не надо отказаться, если есть возможность. Но если уже Иисус исцелил, слава Богу. И депрессия ушла. Господь, все вместе. Спасибо тебе, Господь. У Татьяны на протяжении 6 лет из-за грыжи в спине, ей было больно в спине и из-за этого тяжело ходить. Сюда она пришла с палочкой. Сейчас она подошла без палочки и может ходить без нее. Здравствуйте. 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 А где ваша палочка? Там. А кто-нибудь видел, где она сидела? Дайте вот эту палочку. Оно. Где? Вот там я сидела. А что у вас было? За грыжа была? У меня еще цукровый диабет и это грыжа вот тут у поясницы. И без палочки вы не могли самостоять вам? Да. Теперь пройдитесь, пожалуйста. Слава Богу. Давайте назад. Слава Богу. Господь, благодарю Тебя за нее. Боже, и чтобы эта диабет ушла полностью и свободно ходила во имя Иисуса Христа. Слава Богу!
Вы знаете, когда Бог исцеляет человека, я в восторге. Я всегда в восторге. Однажды мне задали вопрос. Пастор Генри, мы знаем, что у вас дар исцеления. Я сказал, стоп, вопрос неправильный. У меня нет дара исцеления. Дар исцеления, мне надо было бы по одному с человеком там иметь дело, и они будут исцеляться. Я сказал, я не молю за людей через дар исцеления. Я создаю атмосферу, а в атмосфере любой может молиться, и чудеса будут массово происходить. И поэтому то, что вы увидели, эти исцеления, Бог сделает то же самое сейчас с вами. Но сначала надо примириться с Богом и покаяться, познать Его. Скажите со мной, Отец Небесный, прости меня, все мои грехи, дай мне новую жизнь, очисти мое сердце во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренне, особенно если первый раз Бог вас услышал и простил ваши грехи. Теперь я хочу помолиться за вас. Если у вас есть болезнь в теле, возложите руку там, где болит в теле. Или у вас любая другая проблема в жизни, возложи на сердце свое и проси у Бога. Бог, сделай чудо со мною во имя Иисуса. Господь, я благодарю Тебя. Я иду против всякой болезни и немощи, запрещаю все действия дьявола и провозглашаю исцеление от головы до ноги во имя Иисуса. Пусть рак уходит, опухоли исчезнут, паралич уходит. Я запрещаю эпилепсию, астму тоже именем Иисуса. Туберкулез да исчезнет и все вирусы да умрут полностью. Я провозглашаю решение всех вопросов во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Пусть вас Бог благословит. Иисус вас любит, и я тоже. Помните, во Христе Иисусе всегда есть победа. И если вдруг не получается ходить в победе, приглашаю вас слушать голос победы. Вы получите свою победу.